Вот, друзья, по дороге из Анталии в Кемер компания Bauer делает очередной шопинг для своих туристов. 7 или 8 автобусов тут собрались по дороге в Памуккале. Вот такое дело. Но экскурсии, куда бы мы ни поехали, всегда связаны с шопингом. Такое впечатление, что у них основным номером марлезонского балета всегда является шопинг. Кожа или драгоценности, или оникс, как вот сейчас сказали. Привет, друзья! Как вам экскурсии, как вам поездки? Отлично, отлично. Все нравится? Да. Но я-то не критерий, я человек такой неприхотливый, как овечка. Мне все нравится. Да? Да. Вот такие я овечки и нужны компании Bauer, чтобы не возмущались ни номерами, ни экскурсиями. Bauer вообще оправдала мои надежды. Оправдала? Да. Я до последней минуты не верил, что это вот так вот осуществится. На самом деле, конечно, мощная компания. Вот здесь стоит 6 или 7 автобусов. 8 уже. 8 автобусов. Ну, то есть, представляешь, туристическое агентство у них работает, компания отличная. То есть, людей набирают, и многие люди едут 5-7 раз, значит, не обманывают надежд. Действительно, компания держит свое слово. Молодцы. Да, горы, природа гораздо более интересней для меня. Какое-то умирание. Где, говорят, единственное место в стране, где можно купить масла, крема на основе опиумного мака. Мы, конечно, приобрели, рассчитывая, что мы не только не пожалеем, а при случае и продадим. Это 100% натуральное мако, наше производство, это 100 килограмм, 10 килограммов мака, это берем, это флакончиком масла берем. Обезболивает, желудки неприятности, боль, костям, как кишечникам проблемы, даже можно пить полстакана воды, 5 капель. Это что, это масло присушало или нет? Да, это масло, которое нужно. Красота какая неописуемая. Все для красоты и здоровья. И два крема. Вы кого снимаете? Для себя. Для решения любых проблем по всяким ценам. Цены в лирах. Вот так называется этот центр. Мы приехали в центр Оникса. Очередной шопинг, небольшая лекция, и даже мастер показал, как он вытачивает яйцо. Да? Ах ты, ёшкин кот. Яйцо выточил мастер на наших глазах. Да. И зашли мы в торговый зал, где кроме оникса чего только нет. Каких только изделий. Вот аметисты, например. И украшения, и посуда, и брелки, и неизвестно что. Султанит, да, тоже здесь продают в серебре. Пойдем сравним цены. Написано «Античные украшения». Клеопатра, что ли? Нет, это просто магазин. Магазин изделий из оникса. Конечно, поражают размеры. Вот столик. $2750. Ваза, стоящая на нем из металла. $220. Или вот такая напольная ваза. 80 см в высоту из оникса.
$8,700. Причем, по-моему, было написано 3,700, исправлена тройка на восьмерку. Вот написано античные украшения Клеопатры. Внутри изделия из оникса. Может, они имеют в виду, что вот это античное украшение Клеопатры. О, это я. Привет. Привет. Пойдем дальше смотреть. Но нет, это, конечно, украшения современные. Ну, цены вот, пожалуйста. Все в долларах. $45 за браслеты. $45 за сережки. Вот и сама Клеопатра. Тоже по 45. Понятно. А вот такие телефоны из оникса видели? Скорее всего, работают. Что? 375 долларов стоит? Птица-калькулятор из оникса. Здорово. Красота. Вот такие фигурки сувенирные продаются. Лев в карьере, оберег в доме, символ удачи, рыбки и так далее. От $40 до 15. Сопить человек. А дегустации будут фруктово-ягодные вина, друзья мои. Причем фруктово-ягодные — это регион Эгейский, особенно Памуккале, город славится фруктами. Основной продукцией здесь считается гранат. Очень много гранаты. Обычные кислые гранаты есть, например, терпкие гранаты есть. Королевский сорт гранат без косточек есть, из которого вино именно готовится, получается. Вот. Поэтому процентов 60-70 фруктово-ягодные вины готовят. Но это не говорит о том, что виноградных вин не будет. Виноградные вины тоже есть, если кого заинтересует. После дегустации задержитесь, пройдем в другие залы, их тоже можете брать дегустировать, без проблем. 4 вида вина будет на ПК, дальше можем еще добавить. А какие вины будут? Гранатовое вино будет, тутовое вино будет, шелковица. Из ряда белых вин такое эксклюзивное вино будет из дыни. Хорошее вино и ежевичное вино, друзья мои. Сейчас попросим, пусть разойдут стаканчики, берите все, кто будет пробовать вино, и начнем дегустацию, пожалуйста. Смотри. Может, я вам пробую. Дамам больше нравится, дамское вино сейчас, такое освежающее, вино не тяжелое. Органический лукум нам раздают, предлагают. Да, разные мякоти будут, разные по цветам отличаются. Орехи разные, берите с каждого. Вот так сверху держи. А разносик ниже. Замечательно. Замечательный магазинчик вина, рахат лукума, сладости. Орехи разные. На размер. Органический лукум на основе рожкового дерева. Сладости, которые можно есть диабетикам. Попробуйте. Нет, наверное. Девочка, попробуй. Да, орехи. Я хочу, чтобы вы попробовали с другими орехами. Это который натуральный. Сейчас я вас кислинкой угощу. Попробуйте. Это вот, который самый супер вкусный. Это на 25 долларов. Это королевский. Кто хотел кислинку? Вот набор $25. Вот это. Жестче, лукум с козьего молока, пожалуйста, подходим. За 14. Что ты взяла? Лукум я взяла из козьего молока и органический на гранатовом соке. Короче, вкусно. На козьем молоке супер вкусно, а органический можно даже диабетикам. Девушки, ребята, щербет, пожалуйста, подходим.
овощи.